на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации, вызывает серьезную обеспокоенность у нас, экологов и активистов гражданского общества. В период 30-летней оккупации Армении территории Азербайджана против нашей страны был совершен экологический террор в Карабахском и Восточно-Закизовском экономических районах. Незаконно эксплуатировались многие месторождения подростков Рустабаев. Несмотря на то, что в 2020 году, после освобождения от оккупации Армении территории Азербайджана, были взяты под контроль незаконные... Bunu da tabii ki orada tüm meramların generali Volkov temizlemeliydi bu şeraiti. Ve aşkına dünya mı обращаемся к вам. Вас призываем сюда. Ответьте на все вопросы, азербайджанская молодежь тут собралась и задает вам вопросы. Отвечайте на наши вопросы. Пока вы не подойдете и не ответите на наши вопросы, мы отсюда ни на шагу не сдвинемся. Oldu. Babası Azerbaycan geldi yanından karşı. Экономическая территория Карабах. Мы с утра кто пришел, ответил.